Очередной инвестиционный кейс в проекте Future Real Estate Century 21 Словения и Prian.ru – жилье в Любляне. Покупка недвижимости в европейской столице – инвестиция, в общем, понятная. Главный город обычно центр всего – культуры, политики, экономики, а значит, деньги где-то неподалеку. Просто когда мы говорим о Словении, надо помнить, что любую недвижимость, в том числе и жилую, здесь можно приобрести только на юридическое лицо. Это первое. А второе, оценивая Любляну, стоит помнить, что это город маленький. 250 тысяч жителей, ну, 500 000 с пригородами. Все равно не мегаполис. И центр Любляны всего несколько кварталов по берегам неширокой Люблянницы. Хотя раз небольшой, значит и жилья здесь немного. В старых кварталах вообще что ни дом, то либо магазин, либо церковь, музей или офис. Но вот смотрите, на центральной пешеходной улице в жилом доме ведутся ремонтные работы. Этот дом был построен в 1955 году и на протяжении всей своей истории не раз перестраивался, замечает девелопер. Только внешний вид здания оставался неизменным. Сейчас все собственники согласились на переезд, и дом полностью перестраивается. Понятно, что для старой Любляны такое жилье – совершенная редкость. В центре Любляны в моменте всегда предлагаются лишь несколько даже не новостроек, а квартир в обновленных домах. Здесь самые высокие цены – от 5 даже 6 тысяч евро за квадратный метр. Иметь квартиру в этом районе – особый престиж. Особый престиж в терминологии инвестиций – выгода. Все как в лучших кварталах других столиц, во всяком случае с точки зрения стабильности цен. Здесь трудно рассчитывать на значительный арендный доход, он в центре Любляны не превысит 4%, зато ликвидность. В центре вы не можете потерять. За те 15 лет, что я отслеживаю динамику цен на рынке, недвижимость всегда дорожала. Спрос по-прежнему выше предложения. И также очень велик интерес к аренде. Инвестор покупает квартиру и незамедлительно может ее сдать. Перспективы понятны, но есть одна проблема. Надо успеть купить. Не то чтобы за жильем в историческом центре стояли очереди, но когда предложение штучное, они и не требуются. Вот и в доме, который мы показали, все квартиры были раскуплены за месяц с небольшим. Мы только вернулись со съемок. И когда теперь появится что-то подобное? Что же делать? Искать. Искать не в центре, так рядом. Считается, что самый высокий спрос внутри автомобильного кольца Любляны. Разумеется, покупают и в пригородах, но близкие к центру районы в качестве инвестиций определенно хорошее вложение. Мы отъехали от пешеходной зоны Любляны на километр. Район Бежеград. Женя, но вот этот район, он ну, и не центр, но и совсем не окраина. Это вот как раз такой, да, деловой центр, где мы немножечко уже удалены от Дунайской цесты, которая очень шумная и очень громкая, и по которой сумасшедшее движение трафика. Здесь как раз тихо, спокойно, офисы, жилые дома, застройка вот 90-х годов. Ну, это, то есть это престижное место? Это престижное место, да, Бежеград считается таким очень престижным районом, богатым, можно сказать, районом, и Жупанчичева яма один из таких районов в районе, в котором очень удобно жить. Ну вот смотри, ты сказала, вот, например, напротив дома, скажем, 90-х годов, но по большому счету здесь вся застройка такая, да, то есть она конец прошлого века, и что-то новое здесь крайне редко. Очень редко. Ну вот то, что мы видим справа, это как раз один из немногих современных примеров. Современных примеров, да, который вызвал реально ажиотаж на рынке недвижимости Любляны и был раскуплен еще на стадии котлована. Здесь вот в основном живут люди, то есть в долгую уже, то есть это не туристическая история. Нет, все-таки. Это уже для жизни, семьи, детей и так далее, работы, учебы. Ну, то есть достоинство этого объекта – это в первую очередь расположение или год постройки? На самом деле тут удачно сошлись все карты – и расположение, и качество постройки, и современность, и все. И вот это главный дефицит сегодняшней Любляны. В Любляне, на самом деле, очень тяжело найти хорошую землю под застройку в таком удачном расположении, так как обычно это все либо за городом и для одноквартирных домов, а вот что-то такое – это действительно дефицит. Итак, получается, квартиры в Любляне – наш очередной кейс по определению дефицит. Если хотите купить, ищите работающие краны. Вот, например, район Моста, он тоже примыкает к центру.
Проект из трех корпусов будет занимать целый квартал вдоль улицы Шмартинская. Трехэтажный паркинг, детская площадка, прогулочная зона, собственный сад – это признаки престижа. Всего 123 квартиры и студии. Цены в пересчете на квадратный метр ниже, чем в историческом центре, но выше средних по Любляне. 3600 против 3000 евро, и это, повторю, еще стадия строительства. Дом достроят летом 2021 года. О доходности говорить можно ориентировочно. Сравнивая цены с показателями аренды в районе, получим, опять же, 3-4% годовых. Сами квартиры не из дешевых, зато проблем с поиском арендаторов не будет. Если вам интересна большая доходность, тогда все-таки обратите внимание на коммерческие помещения. В том же проекте есть собственная инфраструктура на первых этажах. С крупным супермаркетом уже заключен арендный договор. Цифры перед вами.